Друзья, привет, с вами снова Димас, вы на канале Cooks Brother Hooks. И сегодня у нас вечерок такой прохладный и томный, и мы решили для вас сделать продолжение нашей серии коктейлей. Коктейли будут сегодня кофейные, сегодня будем я в роли баристы такого настоящего, и будем коктейли делать такие ирландские, в ирландском стиле. Это Irish Cream, сливочный ликер у нас будет основа, и Irish, просто кофе, Irish, это на виски основа будет. Естественно, сегодня будет кофе. Кофе мы не можем сделать в турке или как-то заварить, кофемашины у нас нет, к сожалению, так что кофе будет растворимый, вкусный тоже. Понадобятся сливки, взбитые в спрей, можно купить в магазине, они, кстати, ну, не дешевые, но при необходимости всегда можно купить в легкой доступности. Также сегодня нам понадобятся классические бокалы, аришмаки называются, именно для приготовления этого коктейля, одного, второго. Алкоголя идет в эти напитки по 50 миллилитров, ну, по 40 сейчас квалификация такая, как бы принятая, 50 это устаревший же вариант. Так что наливаем кофейный эмульсионный ликер а-ля Бейлис, если можно так сказать. Для этого коктейля используется знаменитый ирландский ликер Джемисон. Вот Джемисон мы себе не можем позволить, чуть дороже. Нашли вот в закромах нашей родины, в подвале, вискарь, любезно предоставленный когда-то кем-то, какой-то праздник. Благодарный поклон всем. Обычный самогон, виски. Также используем 50 миллилитров. Довольно приятный запах. Кстати, шотландский, мне кажется, не ирландский, да, Шотландия. Ну, шотландский виски как бы считается менее знаменитый, там, без лейблов, без которых он более вкусный считает. Потому что сейчас в последнее время можно дорогие лейблы очень сильно сделать некачественные. Вот, что сейчас происходит. И начинаем делать наши коктейли. Выливаем наш крем. Ликер и наливаем виски. Вот. Виски очень, я знаю, что как бы приятно, когда поджигается. Это дает какой-то эффект. Попробуем, что у нас сейчас получится. Я думаю, у нас сейчас тоже загорится, у нас сейчас прохладно. И проверим как раз, сколько градусов виски. Должен быть 40. Потух. Сейчас подождем немножко. A few moments later. Давай, гори, козел. Может, там уже не соль? Может быть. Попробуй. 38. One hour later. Ну вот, мы налили наши алкогольные напитки. Здесь виски, здесь Irish Cream, ликер наш кофейный. И наливаем кофе. У нас он растворимый, как я говорил, в наши напитки. Как бы по желанию, они могут прогреться еще. Но у нас, как бы, знаете, мы в таких условиях, что у нас нечем прогреть, если только на конфорке, на плите. И также все украшается это сливками, кондитерскими спрей. Делается красивый узор. Также можно там трубочки воткнуть сюда, кому как нравится. В принципе, коктейли готовы. Теперь осталось дело за малым. Попробовать их. А перед тем, как попробовать, мы сделаем фото. Фото мы выложим в Инстаграм. И все остальные наши соцсети, где мы находимся, можно найти в описании. Также Инстаграм. Также вы можете видеть на экране, просматривав видео, что всплывают всякие наши рекламки. Ну что, будем дегустировать наши коктейли, что у нас получилось. Начнем с более женского коктейля, с Irish Cream, с нашим ликером. А-ля Бейлис. Вкусно. Усатый нянь. Вкусный коктейль. Кофе чувствуется, естественно.
Вот, если у вас будет вареный, он еще больше будет чувствоваться. Также чувствуется наш эмульсионный ликер, кремовый такой. Сливки прекрасные, девочкам очень нравится. Также Irish виски, кофе наш. Вот, можно украсить его, в наших условиях мы не можем себе позволить украсить его там какими-то там зернами и тому подобное. Также на любителя можете добавить сахар сюда, либо там стевию, либо какой-нибудь тростниковый сахар, что вам больше нравится. Можно сироп добавить. Вот, у нас тут без сахара, сладкости нет, только есть сладкость, содержится в спрей-сливках. Пробуем наш мужской коктейль. Чувствуется виски. Очень вкусно. Более крепкий. Я предпочитаю такой кофе пить без сахара, чтобы чувствовать вкус алкоголя. Как бы он и нужен как бы для этого, этот напиток, чтобы почувствовать вкус виски, ощутить его полноценно. Как бы он такой утренний, можно его вечером пить, как бы ирландцы пьют его с похмелья, определенно, я так предполагаю, потому что и кофе с утра, и 50 грамм виски не повредят. Рецепты, в принципе, простые. Мы сегодня с вами сделали два прекрасных ирландских напитка с кофе. При этом использовали не слишком дорогие алкогольные напитки эконом-класса. Всем добра и мира. С вами был Димас, оператор Антон. Всем пока-пока.